Всем привет! Смотрите, набрала вот такое ведро огурчиков. Сначала ждем, когда огурцы пойдут, а потом вот так вот ведрами уже думаешь, что делать с ними. Вообще ничего не успеваю. У нас сегодня неплохой день. Зарядили дожди. Был даже град, но вроде бы ничего не пострадало, все нормально. В пределах нормы. А видео не успеваю снимать, нечего пока, скажем так, показывать. Огород зарастает травой. Ну, перчик, капуста вот тоже шикарно выглядит. Ей нравится такая погода. Периодически листочки убираю, чтобы можно было хотя бы пройти. Спеет перчик на улице. Еще немножко, и можно будет собирать. Крупные помидорки мы собрали, потому что опять-таки побоялись, что там град и так далее. Но вроде ничего. Оставили пока мелкие. И что я хотела вас спросить. У меня в первый год вот на одной помидорке вот такое. Она вся какая-то трескается, лопается. И так все помидорки. Абсолютно все. Что это может быть на одной? Вот эти они все какие-то корявые. Но мелкие еще ничего, но крупные вот так. Может быть, я не знаю, но вот одна помидорка, вся, вот все такие абсолютно. Все абсолютно на одной помидорке такие помидоры. Я уже выкидывала, но знаю, что вот многие разбираются и могут написать, что это такое. Может быть, мне ее совсем удалить, чтобы она место не занимала. Ну и куда это вот? Что это за порнография? Ну, такие дела. Тоже шикарно цвели астры. Красные и синие. Я вам уже показывала. Очень красиво смотрится. И у меня начала завязываться брокколи. И по идее... Ну, она вот такая вот. По идее, можно уже срезать, чтобы не переросла. Может быть, я даже... Да, смотрите... Выборочно ее сейчас посрезаю, потому что иначе уже зацветет. Такой хороший день сегодня, ветрено. Вам видов немножко. Вот так. Ну, новостей особо нету. Все нормально. Просто не успеваю, девчонки, снимать и просматривать ваше видео. Но обязательно... По порядку я всех пересмотрю, так что не теряйте. Все как сейчас немножко разрулится дела, и я вновь буду снимать и смотреть ваши видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте подписаться на канал. Всем пока-пока!